Мозги работают точно так же, как и мышцы. И если их функцию выполняет какой-то сторонний агрегат, то они непременно подвергаются атрофии. А сторонним агрегатом являются наши постоянно подключенные гаджеты, которыми мы пользуемся тогда, когда можно достать информацию, которая уже находится в наших мозгах. Вывод довольно прост. Надо по максимуму пытаться вытаскивать из головы ту информацию, которая у нас есть уже. Интернет – великая вещь, но она для узнавания нового, а не для того, чтобы легче находить старые, нам уже известные. И, безусловно, надо использовать свои мозги для того, чтобы синтезировать новое из известных нам уже каких-то фактов и данных. В принципе, школьной программы более чем достаточно для решения огромного количества бытовых задач, для того, чтобы даже делать великие изобретения и творения. Поэтому не надо по любой фигне лезть в интернет. Интернет нужен для того, действительно, чтобы узнавать то, чего мы не знали. И не для того, чтобы искать там всегда и по любому поводу готовые решения, которые мы можем создать сами.